Siamo il futuro e il presente per via di un passato di fame e di sete. Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Гейм, и сегодня мы будем крутить рулеточку. Извиняюсь, если будут помехи, потому что у меня сейчас браузер просто жестко выебывается. Но сегодня будем, кстати, без вебочки, потому что что-то влом было вебку подключать, все настраивать. Потому что, как вы знаете, я виду поменял, и сейчас просто полный пиздец мой компьютер происходит. Я, короче, решил скачать по никам, и хватанул вирус. Тебе надо обратно винду менять, и не факт это поможет, потому что вирус найти мы не можем, короче, да. Вот в чем проблема. Иногда просто новые вкладки открываются, и меня это подбешивает. Особенно во время игры, когда запись просто прерывается, прерывается и так далее. Вот прямо сейчас, видите, открываются новые вкладки сами по себе. Ну ладно, постараемся как-то записать. Сегодня будем крутить рулеточку на 250 рубасей. Мне нужны бабки, пацаны, потому что я просто сейчас в минус ухожу жесткий. Блин, у меня бабки просто каждый день уходят, особенно объявы, поэтому нам нужны бабочки. Давайте крутим первый раз, посмотрим, что она выпадет. Надеюсь, что-то нормальное. Прям надеюсь. Плиз, плиз, плиз. Мда. Угу. Спасибо. Вот этого мне не хватало, конечно. Лицензии на прав. Прям не хватало, пиздец. Хотя бы от номера бы выпали. Ага. Это на АВП? Нет, это на винтрес, по-моему. Ну ладно, давайте еще раз покрутим. Хотя бы какой-то скин в УЗИ, хотя бы, чтобы он выпал. Было бы тоже нормально. Вот сейчас обратно, видите, браузер открывается. XP. Классно. И в том прикол, что его нельзя продать. Давайте еще два раза крутим, последний раз. Давай, что-то годное выпадет. Я не знаю, СВА, гелик, чтобы я их продал, и у меня были бабосы. Да. Тег 9 розовый. Спасибо. Просто большое вам спасибо, блин. Не, я люблю, конечно, цвета на оружие, но, блин, надо что-то годное. Во, на шотганчик цвет. Вот это нормально. Золотой, окей, так. Стоп, назад, назад, назад нам нужно. Стоп. Сейчас назад надо. Ну, вот что я выиграл, в принципе. Это что у нас, блин, вал? Это снайпа? Нет, это не снайпа, по-моему. Это какая-то хуйня. Так, сколько вот это можно продать? За 19 кредитов продаем. И это за 19 кредитов можно продать. Но нам, по идее, не хватит, да? Покрутить еще раз. Нам вроде бы как не хватит. Продаем вот это тоже. Мне на винтерес нету. И нам не хватает, да? Че, ошибка какая-то пишется. Ай, блин. Блин, в итоге у нас остается 43 кредита. Блин, я бы мог вот эту продать. Но, блин, я, наверное, этого делать не буду, потому что я хотел себе цвета на оружие. Я их получил. И на шотган, и на эту хрень. На ТЭК-9. У меня есть, по-моему, ТЭК-9, да. Поэтому, я думаю, мы на этом и останемся. 43 рубля у нас остается, но все же, я думаю, нормально. Играли, давайте сейчас зайду в игру и заодно посмотрю, как это оружие будет выглядеть. Минуточку внимания, хочу посоветовать вам свой бизнес. Мой бизнес — это аптека в городе Южный. Находится он возле башни Останкино, а также рядом возле СТО Южного. Найти мой бизнес можно через GPS, 6 раздел. Листайте в самый низ, и вот мой бизнес, 41-й. В моем бизнесе вы можете купить аптечки, маски и разные лекарства, и не только. Если вы любитель сходить на ВЧ, либо патрулить полицейских, то вам именно ко мне. Вход, конечно же, бесплатный, заходите и закупайтесь. Так, чуваки, давайте заберем, в принципе, наши подарки, пишем прайс. Прайс. Так. 6 XP забираем сразу. И давайте заберем розовый ТЭК-9. Окей, забираем. Так, давайте еще заберем желтый комбат. Все. Вообще он золотой типа писал, ну ладно. Так, теперь нам нужно сделать все это оружие. Так. Сейчас дам. Так, надо включить ММ статистикам. Патроны 300... Металл 100, так, надо дерево нам взять. Так, дерево сейчас возьму. 50. И сейчас еще возьмем металл. Металла возьмем еще 50. Окей, так, маг и гун. Маг и гун. Давайте я... Так, сделаем розовый его. И
Нужно бы его дробовик еще сделать. 200, давайте сделаем. Так, гун колер. Желтый. Во, вообще тема. Так, ну желтенький такой прикольно выглядит, кстати. Так, и давайте мне взял другое оружие. Так, давайте вот так вот. Гун-кулер и розовый. Минуточку внимания, хочу посоветовать вам бизнес своего друга. Его бизнес — это СТО в городе Южный. Найти его можете легко, а оно находится недалеко от ДПС и недалеко от ВПГ Южного. В СТО вы можете поставить различный тюнинг. Перекрасить свое авто, поставить азот, чтобы ебать всех со светофора. Поставить различные диски, чтобы ваша машина была четкая. Также починить и ускорить ее по максимуму. На каждый автомобиль цены разные. Чем машина дороже, тем дороже на нее тюнинг. Прокачивайте свой автомобиль только в этом СТО. Да, розовый убираем, короче. Во. Лол. Так, теперь розовая пушка. Блин, она, кстати, прикольно выглядит. Так, ми. Так, давайте ми. Взял другой ми. Так. Кинул пуху. Да, снимаю. Так, сел гун. 87. 100... Не, давайте 51. Держи тебе шотган. Передай привет, Никита Савицкий. Привет тебе. Так, давайте ему тоже кинем пуху. 193, да, у него один? 193. Подожди, 30 сек. Сейчас подождем. Не, ну круто, у меня оружие выглядит. Золотое такое и розовое. Ну, блин, конечно, такое яркое, как на картинках, блин, в рулетке, но все равно круто выглядит. Я думаю. Так, ждем. Все, давай, принимай за 1 рубль. Пушку. Или не будешь принимать? О, спасибо. Спасибо. Можешь с тобой ходить? Снимать? Да. Я снимаю. Кстати, насчет повыхи, пацаны. Сегодня на меня бомбили, типа, вот, я говорил, 15-0. Да, пацаны, просто не получилось. У нас была глобальная РПшка, какую я не снимал. И поэтому перенесли на, по-моему, завтра 17:00, если я не ошибаюсь. Я сейчас вам скрин ставлю, чтобы вы знали. И все ссылки есть в описании. Это ВК-лидера, можете у него спрашивать. Потом заявка на капсостав есть, ссылка. Дискорд и группа УПГ Южного. Поэтому все есть. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки. Я, честно говоря, рад, что я выбил такие вот призы. Конечно, хотелось бабло, но тоже неплохо. Осталось только найти... Точнее, выиграть на снайперку цвет. Хотя не знаю, есть или нет, напишите в комментариях. И все. На этом у меня все, пацаны. Приходите к нам в ПГ. Всем пока-пока. I